hokey pokey parka. Dance to the hokey pokey parka. She slaps you, you slap her, then you break and slap each other. First you pinch, then you break it, and show her you can really take it. Then if you want to know what coolness is, go on and try it on the missus. At a party or ball, you can have a free fall. So come do the hokey pokey parka. В 50-е годы прошлого века звездой номер один была Мэрилин Монро. Ее образ сексуальной блондинки копировали тысячи девушек, но лишь немногим удалось приблизиться к кумиру по популярности. Британка Диана Дорс стала одной из наиболее успешных копий голливудской дивы, хотя ее карьера в кино и модельном бизнесе началась раньше, чем у Монро. В начале 50-х годов прошлого века в Великобритании никто не мог соперничать с Дианой по популярности. В молодости она сводила мужчин с ума, но ей пришлось до конца пройти путь, которого избежали другие легендарные блондинки. Она состарилась, пытаясь остаться в амплуа сексуальной кошечки. Слава Дианы Дорс, урожденной Дианы Мэри Флаг, начала расцветать в конце 40-х годов прошлого века. Красотка из британского Уолтшира, родившаяся в 1931 году, совершенно осознанно имитировала стиль американских див – Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд. Она обесцветила волосы до платиновой белизны, старательно разучила самые соблазнительные позы и выражения лица, не робела перед максимально откровенными ролями и сюжетами. В то время информация распространялась совершенно иначе, и многие жители Великобритании не знали, как выглядят секс-символы из США. В Соединенном Королевстве мужчины, увидевшие фото Мэрилин Монро, были уверены, что это она двойник их Дианы, а не наоборот. Популярность Дианы на родине была огромной, и зарабатывала она соответствующе. В 20 лет Дорс стала самой молодой обладательницей Роллс-Ройс на территории Туманного Альбиона. Но ничто не вечно под луной, и то, что сделало Диану популярной, в конце концов разрушило ей жизнь. С детства Диана мечтала о карьере киноактрисы, и ей так не терпелось, что в 14 лет она поступила в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Для этого юной особе пришлось исправить дату рождения в документах и выдать себя за 17-летнюю. Так она стала самой юной студенткой Великобритании. Стоит сказать, что Диана Дорс не зря рискнула. Первую роль она получила еще в колледже, когда ей исполнилось всего 16 лет. Девушка сначала играла второстепенные роли, но быстро перешла на главные. Вероятнее всего, на карьеру повлиял не только талант, но и решение перекрасить волосы из каштанового в платиновый. Блондинки были в тренде, и нужно сказать, Дорс этот цвет очень шел. Блондинка Диана стала известна не только как актриса. Она участвовала в фотосессиях как пинап-модель, и открытки с ее изображением покупали даже за океаном. Дорс начала копировать образ Монро, которая стартовала позднее, но более энергично. Полностью повторить успех американки ей не удалось, но образ приносил хорошие дивиденды. Как это часто бывает, поначалу продвижением Дианы Дорс занимался ее первый муж – Деннис Гамильтон. Он служил при актрисе чем-то средним между менеджером, сутенером и хозяином. Актриса была ему полностью подотчетна и безропотно выполняла все, что он ей велел. Гамильтон эксплуатировал прелести жены на полную катушку, совершенно не учитывая ее мнение и не давая ей отдыха. Дорс играла в кино, снималась для календарей, пела и танцевала. Как выяснилось позже, делала она и кое-что еще. Самое обидное, что, по всей видимости, девушка была действительно одаренной актрисой и певицей, но узкие рамки закрепившегося за ней амплуа не дали ей показать себя. Диане доставались роли красивых, но неудачливых в личной жизни женщин. И по иронии судьбы, Дорс повторила в жизни эту схему. Она была замужем трижды и лишь один раз более-менее счастлива. Несмотря на деньги и известность, Диана тяготела к сомнительным компаниям. Ее муж Деннис Гамильтон познакомил ее с легендарными злодеями. Пара поддерживала дружеские отношения с гангстерами, близнецами Крей и их мамой Вайолет, а также с Рут Эллис.
Надо отметить, что последняя известна тем, что стала последней женщиной, повешенной по приговору британского суда. Деннис Гамильтон не был хорошим супругом и профессиональным агентом. Он постоянно изменял Диане, а также отпугивал своим поведением продюсеров с хорошими предложениями. Есть мнение, что из-за его вспыльчивого характера и недостатка ума Дорс так и не стала голливудской звездой. В итоге Диана тоже начала наставлять супругу рога, и их брак распался. После развода в 1959 году Гамильтон неожиданно умирает, а Диана снова выходит замуж. Ее новым избранником стал комик Ричард Доусон. Их знакомство состоялось очень необычно. Пару случайно свел любовник Дорс, автогонщик и каскадер Томми Ярди. Актриса сразу же влюбилась в Доусона, и вскоре они поженились. Пара обосновалась в доме актера в Голливуде. Диана старалась быть примерной женой и родила мужу двух чудесных сыновей. Брошенный любовник Ярди не простил подругу. Он продал интимные подробности о связи с Дорс желтой прессе. Там было немало интересного, в том числе история о массовых оргиях на загородных виллах. Публикации, смакующие детали этих вечеринок, оставили очередной след на уже изрядно попорченной репутации женщины. В 1966 году брак Дорс и Доусона распался, и актриса вернулась в Великобританию. Ей надоело играть роль примерной жены и мамы, поэтому детей Диана оставила мужу. Дети не простили ей подобное отношение. Марк и Гэри буквально ненавидели мать, и их редкие встречи сопровождались скандалами. Возвращаясь в Англию, Диана была полна надежд и планов. Но родина встретила Дорс неприветливо. Эхо скандалов, гремевших за океаном, достигло Туманного Альбиона. Британцы относились к Диане пренебрежительно и называли ее «мадам губы и сиськи». К тому же она изрядно располнела и потеряла часть своей сексуальности. Актрисе пришлось довольствоваться, как и в начале карьеры, эпизодическими ролями. Она даже начала выступать как певица в кабаре и сниматься в легком порно. The praise of the crowd is exciting. But I've learned that's not what makes life complete. К 1968 году жизнь Дианы немного наладилась. Она познакомилась с актером Аланом Лейком и вышла за него замуж. Она родила сына Джейсона и полностью остепенилась. Дорс отказалась от съемок в картинах фривольного жанра и начала предлагать свои услуги на телевидении. Внезапно оказалось, что она прирожденная телеведущая. Диана была остроумна, умела импровизировать и, похудев, снова начала выглядеть на все сто. On a wonderful day like today, I defy any cloud to appear in the sky, any raindrop to plop in my eye on a wonderful day like today. В 70-е годы Диана Дорс отвоевала свои позиции и снова стала известной. Кажется, она наконец обрела счастье и душевное равновесие. Диана была полна планов и радовалась жизни. Во время одного из эфиров 1977 года она остроумно пошутила о короткой жизни известных блондинок. Дорс имела в виду Мэрилин Монро, Джин Харлоу и Джейн Мэнсфилд. Она добавила, что планирует прожить куда дольше и разменять девятый десяток. Но этим планам было не суждено сбыться. Диана Дорс умерла в 1984 году в возрасте 52 лет от рака яичников. Супруг устроил звезде роскошные похороны. Ее муж Алан Лейк не смог жить без любимой и покончил с собой через 5 месяцев после похорон. В истории Диана Дорс осталась не только как актриса, копирующая стиль и внешность Мэрилин. Ее знают еще и как девушку в бикини из норки. В 50-х годах был пик популярности купальников бикини, которые уже перестали шокировать публику. Диана с ее роскошной фигурой обожала позировать для фотосессий в разделенном атоме, как в шутку называли этот купальник в США.
1955 году Диана Дорс, как британская кинозвезда, была гостьей Венецианского кинофестиваля. Ей очень хотелось эпатировать публику, но организаторы просили гостей знать меру. Актриса все же не удержалась и заменила неуместное на серьезном мероприятии бикини собственной разработкой из меха. Диана заказала меховой купальник художнику по костюмам Джули Харрис, известной своим многолетним сотрудничеством с Хичкоком. Вместо норки был использован стриженный кролик, но от этого наряд не стал менее эффектным. Образ Дорс одобрили далеко не все, но он все же стал гвоздем Венецианского кинофестиваля и вошел в его историю. Madness, love can be insane. Love can be a life of sadness and pain. Love can be a summer shower. Love can be the sun. Love can be two hearts that flower as one. It can be fine and free. To you, love can be a dying ember, love can be a flame, love left in September can be dead in December, you may not even remember it came. Love can be a joy forever or an empty name, love is almost never ever the same. Never.